Лола, это Луис. Вы еще тут? Вообще-то я хотел домой, но Эшли решила осмотреть замок. Супер, у меня для вас подарок. Лекарство, чтобы слегка отсрочить неизбежное. Где ты? Итак, приходите во внутренний двор замка. Буду ждать там. Чао. Что-то мне кажется, что он нас... Так, Эшли. Луис сказал, что... Я поняла. Он нас захочет кинуть. Здорово. Так, тут торговец, да? Тут торговец, хорошо. Давайте заберем. Тебе понравятся мои товары. Бонжур. Так, слышь, товары у тебя есть? Привет. Привет. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Так, купить. Что тебе можно купить? А ты не хочешь ли начать? А? Тебе важнее деньги или жизнь? Ля. А ты не хочешь? Это не эти материалы. А давайте их, по-моему. Запасаешься, пока можешь? Добро. Так, давайте посмотрим. Не лети, вот штуки делают нам ППшку, да. Все, хорошо. Разные травы, травышки, муравушки. Во пути. Все, доброго пути. Давай мы у тебя сохранимся. Давай мы сохранимся вот туда. Да, вот так. Идем дальше. Идем дальше. Куда нам нужно? А нам нужно... Далековастенько. Сейчас по-любому нас кто-то там будет ждать. Так, что у нас по потрошкам? Давайте возьмем дробовик в руки. Так, ага, осмотреться. Жесть. Двор за теми воротами. Чую, гостей тут встречают прохладно. Угу, и не говори. Арбалеты, угу. Чувствую, мне там будут не рады. Согласен. Так, что тут еще есть? Ага, вот еще что есть. Что это? Катапульта. Для красоты. Катапулька, да? Катапулька. Все? Больше ничего нет, а? Час от часу не легче. Согласен, жесть. Блин, знал бы я патроны собирал бы и не тратил бы их так сильно. Ладно, ладно, ладно. Эшли, назад. Идем. А, сейчас. Что они? Тихо, тихо, тихо. Говори тише. Говори максимально тихо, пожалуйста, женщина. Так, надеюсь, мы ж правильно идем. Да, правильно, сейчас налево. И прямо. А присядь, пожалуйста. Ой. Ой, что? Ой. Что это? Жесть. Ага, это что-то новенькое. Ну, так, карманный нож, хорошо. Мы, походу, спалились. Мы, походу, женщина, спалились. Ладно, ладно. Ой, я буквально чуть-чуть, еще буквально чуть-чуть так и пошумлю, и все, и больше не буду. Порох, у нас мало всего у нас, как же ж мало у нас всего. Давай, идем, женщина. Так, не знаю, стоит ли идти на носочках, потому что мы как бы палимся очень сильно. Ну ладно. Сделаем вид, что нас никто не услышал, и мы играем по стелсу. Нам нужно пройти через тебя будет. Ладно, ладно. Морда! Сам ты морда. Ой,
Уходим, Эшли. Пошли, 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 пошли. Сам ты морда. Жесть. Да, катапулька. Эшли, зайчик, ты где? Пожалуйста, пожалуйста, встань. Пожалуйста, встань. Да, в норме. А теперь беги за мной, женщина. Отойди. Эшли! Ой, да твою ж. Алло. Алло, 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 вставай, 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 вставай. Вроде бы цела. Идем. Эшли, так здесь принято принимать гостей. Ой, Эшли, пожалуйста, вставай, пошли. Пошли, 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 пошли. Все, достал. Так, 6 патронов, хорошо. Черт, заперто. И что делать? Что-то придумать. Что? Что делать? Муравью, да, переделать, правильно я понимаю? Так. Так, вставай, 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 вставай. Хорошо, хорошо, отлично, молодец, умничка. Не путайся, пожалуйста, под ногами. Не путайся, пожалуйста, под ногами. Так. Ага, 1/6, понятненько, вовремя я это начал делать. Так, куда нам нужно? Нам нужно сюда, да? Так, давай, Эшли, Эшли, Эшли. Эшли, блин, Эшли, ну пожалуйста. Да, в норме. Побежали. Давай, 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 Эшли. А что нам нужно делать? Надеюсь, я правильно это делаю. Эшли! Эшли? Блин, она упала, да? Эшли, пожалуйста, иди за мной. Эшли! Она упала, а я не могу подняться. А я не могу подняться, да? А что, попробуем выстрелить? Или что? Е-бэйби. Идем, попробуем. Как тебе разобраться? Как мне к тебе подняться? Так, Эшли, пожалуйста. Нет, самое, не мешай. Я понимаю, что ты хочешь помочь, но, пожалуйста, не мешай. Сюда лежишь? Правильно, неправильно? С кем я разговариваю? Непонятно. Честно, я не знаю, правильно я иду, неправильно. Давай, вставай, женщина, пожалуйста. Обращайся. Так, что у нас тут? Тут у нас непонятно, да? Так, правильно я понимаю, что нам сюда нужно, к пушке, да? Падла. Стой, Эшли, Эшли, Эшли. Ты куда, Эшли, вставай. Эшли. Куда надо стрелять? В дверь надо стрелять.
Все, шикарно. Открыто, давай. А дети? Стой, 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 я хочу им отомстить. Так. Хочу им отомстить. О, здорово. Здорово, здорово, здорово. Эшли. Так, давайте выпьем зелье. И давай посмотрим, где еще. Ага, вон где. Правильно ж? Правильно, да. Эшли! Нет. Ой, Эшли, Эшли, ну как так? Ну... Ну как так, Эшли, ну ё-моё. Еще разок. Еще разочек, пожалуйста. Эшли, Эшли, живи. Эштег, Эшли, живи. И еще разочек. Все, последний разочек. Все, ребята, теперь давайте к вам. Все. Жесть. Бонжур. Цела? Да, в норме. Сейчас, Эшли, пойдем. Прикольно. Все, хорошо. Давайте еще раз используем. Нет, не то. Использовать. Отлично. Давай посмотрим, сможем ли мы с вами сделать боеприпасы. Да, можем, можем, можем. Разные травушки, моровушки. Нет, нету. Все. Эшли! В смысле? Так я ж тебя вроде всех уже победил. Спасибо. Давай, побежали, 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 женщина, побежали, побежали. Все, беги за мной, пожалуйста. Беги, пожалуйста, за мной. Так. Ага, это не то. А можно мне потрошиков, пожалуйста? Я вот больше ничего не прошу, как потрошки. Так, а сейчас тут главный босс, да, у нас будет? Правильно я понимаю? Вот это место. Так. Привет. Бонжур. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Да? Какие? У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Да, я вижу. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Так, купоны. Ля, мы можем продать все купоны, да? 17 штук. Миллион. Так, ножик. Бам-бум. Удивлен, да? Шок, я сам в шоке. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Это очень тонкая работа, чужак. Согласен. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Сейчас мы все тут прокачаем. Единственное, что жалко, что здесь нельзя купить потрошки. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Попробуй-ка это. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Купить, 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 купить. Блин, да мы сейчас можем... Все, что есть перед тобой. Все, купить материалы, давай, покупаем. Больше не меньше, верно? Да. Запасаешься, пока можешь? Разумно. Нет, придешь, места. Когда освободишь место. Нет. Тебе важнее деньги или жизнь? Вы доброго... Так, погоди, доброго времени. Боеприпасы, вот. Все, больше не можем. Ага, у нас пороха нету, да? Так, а что это мы делаем? Это мы типа...
Блин, а как бы мне купить бы гранатомет бы? Или не могу купить гранатомет? Или нужен ли мне гранатомет тут? Куда мне только его тут девать? Так, спрей 120 патрошков есть, хорошо. Спрей, 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 спрей. Привет. Ку-ку. Есть кое-что новое, чужак. Так, давай эти продадим 5 штучек. Нам все равно, славная сделка. Блин, может вместо... Может вместо... Вместо чего бы... Может вместо чего-то, чего-то продать, чего-то купить? Готов купить почти все. Так, блин, а чтоб его б тебя б такое б... Все, гранатомет не влезет к нам. Базука. Купить, 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 купить. Нет места, нет места. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Больше не меньше, верно? Нет места. Куда ты это положишь? В карман? Да вот тоже так подумал. Или жизнь. Выбор прост. Я даже не могу. Я даже не могу с вами этот, как его... Новый, новый, новый... Что это? Ты только там не убейся! Новый чемодан купить. Так, изменить кейс. Так... Я даже не знаю, я хочу себе гранатомет. Ну ладно. Ладно, пошлите. Нет, так добро нет. Добро пожаловать в мой замок. Привет. Я безмерно рад наконец познакомиться с вами. Ой, какие красивые у тебя зубки. А ты вообще кто такой? Я? Прошу, зови меня Рамон. А, это он? Сразу перейду к делу. Будь добр, отдай девушку мне. Не. Прямо сейчас. Не отдам. Ясно? Нет. Не, без шансов, Рамон. Обойдешься как-нибудь без девушки. Мистер Кеннеди, мистер Кеннеди. Как благородно. Но тем не менее, девушка достанется нам. Она станет носителем, и ваша Америка, а потом и весь мир исполнится его благодати. Ибо такова воля моего покровителя, священного владыки Седлера. Так что, ты нам подчинишься? Да? Нет уж! Ты все слышал. Какая жалость. Окажите нашему гостю теплый прием, раз уж он избрал смерть. Ой, как вы меня надоели. Да не спешите, не спешите. Но... Не отходи от меня. Все хорошо, ребят. Не спешите. Сколько вас вообще? Неплохо. О, сеньор. Por favor, excuse, excuse. Так, все, пошли. Заперто. Я должен быть другой способ войти. Не удивлен. Да, давай разгадывать. Из-за этого вам побил все ваши вазы. Блин, а прикольная штука эта ППшка. Ты должна открыть оттуда проход. Ага, а я должен буду сейчас с кем-то сражаться, да? Правильно понимаю? Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Умничка. Спасибо. Дети, поцелую, малыха. Помощница ты наша. Так, а куда идти? Я таки извиняюсь.
Сюда же, правильно? Или неправильно? Так, дополнительная цель. Дополнительная цель. Я не хочу дополнительную цель. Я хочу просто уйти отсюда, все. Я хочу просто уйти отсюда, ва. Ага, духи. Понял, нам не сюда. Пошлите смотреть. Так, давай, детка, идем. Интересно, сюда? Или не сюда? Не, наверное, не сюда. Думаю, можно пойти сюда. Думаешь? А кто тут? Тихо. Тихо. Угу. Сейчас очередной мутант будет, да? Ну да. Какой-то очередной мутант здоровяк сейчас будет. Ну и ладно. Я снова проснулся посреди ночи. Из подвала доносится все тот же кошмарный звук, будто кто-то скребет когтями по каменным стенам. Так, хорошо. Раньше он был палачом на службе у хозяина замка. Вот, про что я говорил, сейчас будет боссик, мини-боссик. Даже в родной семье он выделился. Его способности вскоре заинтересовали господина. Он отвел его в темницу. И там... Нет, я не могу об этом писать. Даже не хочу вспоминать о случившемся. Так, хорошо. Ладно, идем посмотрим. Кто это там такой? Ага, у меня ключика нету. А где ключик? А ключик где-то... Ключик где-то здесь, да? Или нет? Здорово. У тебя ключик. Жестокая смерть. Нет, не у тебя ключик. Так, с колесом можно что-то делать? Нет, с колесом нельзя что-то делать. Ну, значит, единственный вариант это сюда, а сюда нельзя пройти. Ага, можно сюда пройти. Что это? Без они понятия. Да. Котики, собачки. Все путем, не переживай. Кто это? Кто это делает? Так, я к тебе сейчас подойду, и ты на меня нападешь, да? Ключик хорошо закрыть. Все, побежали. Ой, я испугался, ребят. Сзади. Ой-ю. Тихонечко. Ой, оно за мной бежит. Падла. Ах ты, гребаный ты росомаха на минималках. Все. Валим.
Прикольно. Мы встретились с Росомахой. Так. Идемте. Идемте, идемте, идемте. Уходим отсюда. Открывай дверки. Все, 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 тихо, тихо, это я. Да, это я, не переживай. Да, ничего, ничего, да, не обращай внимания. Насчет зверушек ты была права. Да, зверушка. Погоди, а что нам нужно? А, нам сюда, да? Я угадал. Да, по-моему, сюда, все правильно. Так я ж ключ забрал. Или я не туда иду. Так, погоди. Угу. Значит, не туда, значит сюда. Блин, я испугался. Когда я упал, я испугался. Реально испугался. А куда туда? Туда это куда туда? Да я уже, тихо. Я уже забыл, куда нам нужно. И что открывает этот ключ? Так, вниз, да, по-моему? Так, а ну от этой двери? Да. Хорошо, хорошо. Мы с вами умнички, мы с вами справились. Все. Давай, еще чуть-чуть осталось. Ты как? В порядке. Ну, пока. Все будет хорошо, не переживай. Все будет хорошо. Интересно, насобирали ли мы с вами еще пороха? Боеприпасы. Нет, не насобирали. Так, игрушка, игрушка, игрушка. Хорошо, нет, игрушка мне не надо. Все равно все ачивки мы с вами не соберем. Я уже их все пропустил. Так что идемте по сюжетной ветке, так сказать. Ага. О, ничего себе у него тут. Красиво, да? Так, да, я угадаю, нужен тут... Нужен тут ключ, да? Орёл. И змейка. Орёл и змейка. Никак, и что делать? Ой. Это то есть... Сначала орёл... Орёл, а где орёл? А, попробуй пострелять по гонгам. Ты что, самая умная или что? Так, где гонг? Это гонг? Нет, нам нужен орёл. А, вот ты где. Так, орёл. Ты. Все, умничка, спасибо. Ля, Экскалибур. А это для чего? Это не боевое оружие. Просто копия. Нет, это Экскалибур. Все, отлично. Давайте примем с вами лекарство. Мы теперь с вами рыцари круглого стола. Но, вставляй. И сюда, да? Так. Ржавый меч. Тины, тебе не кажется, что они связаны общим сюжетом? Думаешь? Ну так давай, если ты такая умная, ты сама это сделаешь. Хорошо, давай сюда, значит.
Золотой меч использовать. А эти картины, это какие картины? Или наоборот, типа в конце будет золотой меч. Давай попробуем в конце золотой, типа пойти от обратного. Здесь золотой. Да. Давай сюда. Золотой, железный, окровавленный. Так. Сюда золотой. Правильно? Здесь окровавленный. Использовать. Вроде правильно. Здесь... железный меч. Нет, тут ржавый меч пусть будет. А здесь вот такой вот использовать. Железный меч. Нет, неправильно, да? Хорошо, тогда давай поменяем местами. Давай сюда вставим железный, я сказал. А тебе золотой дадим. Все, правильно? Правильно. Ага, значит, это местами я должен поменять, значит, тут ржавый должен быть. А у тебя вот такой. Окей. Так, тебя использовать. Во, умничка, сюда ржавый. И как я должен был это понять? Я без понятия. Похоже, ты был прав. А то, я всегда прав. Правее меня, только поворот направо. Так что, идем. Бам. Бум. Вот так вот. Змеючка. Падла. Где ты? Где змеючка? Так, змеючку заберем. Она нам пригодится. Мы сможем с нее сделать себе лекарство. Сможем покушать. Почему я у торговца не мог себе закупить потрошков? Скажите, пожалуйста. Золотой браслет. Да не, у нас с вами 1,5 миллиона, так что денег... Денег нам, как говорится, уже не нужно. Так, дракончик и змея, да? Но мы же уже были здесь до этого. Мы сделали круг, что ли? Идите во двор. Угу. Угу, угу, угу. Дополнительная цель. Идите во двор вот сюда, да? Правильно ж? Леон, что ты творишь? Даже не пытайся повторить. Я? Ну да. Я неправильно. Одну секунду. Все, умничка. Умничка. Что тебя нашло? Зачем ты прыгал по люстрам? Чтоб ты спросил. Ага, чтоб ты спросила. Идем отсюда. Так, спускаемся вниз. Опять ловушка. Приветствую. Привет. Мистер Кеннеди, ты готов передать девчонку? Нет, конечно. Как же ты достал? Я взял на себя смелость подготовить для тебя развлечение. Спасибо. Вашему вниманию. Отважный рыцарь спасает принцессу. Так, нам сюда. Нет, нам не сюда. Нам нужно вот сюда и направо. Окей. А тут у нас что находится? Некоторые виды паразитов умеют управлять поведением своего носителя. Угу. Личинка, личинка, личинка. Хорошо, хорошо. Ладно, давайте сохранимся.
Давай сохранимся и продолжим. Так, идем. Идем, личинка. Нам сюда и... Сюда, да. И налево. Раз, два. Патрошки на ППшку. Страшно. Если мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, да? Ага, ага, отлично. Так, нам нужен очередной ключ, да? Они уже здесь. Тут не соскучишься. Так, ладно. Еще. Ладно, 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 давайте попробуем их перебить. Донде стала библиотека? О, сеньора. Так, что нам нужно сделать вообще? Скажите, пожалуйста. Что нам нужно сделать? Перебить всех, да, наверное? А! Падла! Положи малыху. Эшли, девочка, зайчик, вставай, пожалуйста. Идем за мной. Почему я забраться сюда не могу? Почему я сюда не могу забраться? Падла. О, сеньоры. О, сеньоры. Да, в норме. Что мне нужно тут сделать? О, сеньор. О, сеньора. Все, 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 я понял, ребят, можно не повторять. Можно, пожалуйста, не повторять. Так, вниз, ага. Так. О, сеньора. О, сеньора. Да блин. Да блин. О, сеньора. Нет, это, конечно, хорошо придумал. Конечно, ты хорошо придумал на потолки залазить. Так, это что такое? Ага, это колесико от этой штуки, да? Все, круглая рукоятка. То, что нужно. О, сеньоры. Серьезно? Все, взяли писеты. И уходим. Только сейчас одну секундочку. Так, это бочка-взрывчатка. Я чуть ее не ударил. Прикинь, сейчас бы как бы бомбануло б. Было б, конечно, да. Так, идем, малыха. И что нам теперь делать? Ну все, 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 тихо, тихо, все хорошо. Я рядышком, я с тобой, так что не переживай. А, вот оно, да? О, сеньор. Так, круглая рукоятка. Хорошо, пошли. Берегись! Да не ссы. Вс,
все хорошо. Я, блин, у меня 20 патронов осталось. Эшли. У меня 20 патрошков осталось, ребят. Вот это вот хороший вопрос. 10. Всего 10. Так, я так не смогу, да, я так понимаю, сделать? Я так понимаю, так не смогу, да, сделать? Или смогу? Эшли, скорей! Все, побежали, Эшли. Эшли, пожалуйста, только не отставай. Все, у нас тут нет. Ага, сохранение пошло. Понятно. Эшли, все путем? Да, спасибо. Пожалуйста. Угу. Скрытая платформа? Как-то уж чересчур, нет? Понятненько. Идем. Ага. Так, Эшли должна сейчас будет что-то сделать, да, я так понимаю? Давай, Эшли, мы в тебя верим. Да, справлюсь. Эшли? Я прикрою. Крути. Эшли, побыстрее, зайчик. Так, хорошо. Все, теперь туда. Не рискуй. Так. Эшли. Не рискуй. Леон, берегись. Да я берегусь. За меня не переживай, за себя переживай. Эшли, сзади. Блин, последний патрон остался. Эшли, к тебе идут, зайчик. Все, нету больше, больше ничего нету. Все, спускайся. Эшли. Ладно. Давай, детка, давай. У нас патрон. Пусти. Вообще ноль. Ладно. Фу, жесть. Это реально жесть. Так, патроны, хорошо, 20 штучек есть. Хоть что-то. Реально хоть что-то. Блин, денег у нас 1,5 миллиона, понимаешь? А мы всегда на последнем патроне выживаем. Ну хватит, ребят, ну не, это не смешно уже. Нам сюда. Ага. Давай. Давай, еще чуть-чуть, еще маленько, давай. Во. Не. Я думал, он сейчас закашляется и двери нам не откроет. Все, пошли. Идем.
Вроде пришли. Все в порядке? Вроде бы. Волнуйся не за нее, а за свою шкуру. Глупый ягненок. Уймись, дитя. Эшли. Стой!